с 98 года, то есть выступал сам, потом тренер полномочия отдал, так как начал заниматься другим делом, и получается официально мы уже открыли федерацию, это с 2010 года, то есть открыли общественную организацию тэквондо города Канска, и вот с 2010 года начались вот эти вот все попытки именно открытия отделения. Ну и все это было безуспешно, и вот, ну, вот сейчас вот на данный момент с новой властью, да, с обновленным составом, все это сдвинулось, ну, наконец-то с мертвой точки, и у нас получилось как бы открыть именно вот отделение на базе детской и юношеской спортивной школы. Общая площадь помещения в 400 квадратных метров позволила провести в нем торжественное открытие, где выступили артисты и сами спортсмены. Помимо площадки для боев, здесь также есть пространство для силовых тренировок, тренажеры, а также зал для мам, которые пока ждут ребенка с тренировки, могут заняться фитнесом со специальным инструктором. Особую благодарность руководство федерации выразило известному в городе бизнесмену Артуру Макартычану за помощь в воплощении их мечты в жизнь.